Всем привет! Вы на канале коллекционеров и любителей Coca-Cola Surprise. Мы с Машенькой вас с радостью приветствуем на нашем канале. Всем привет! Если вы впервые на нашем канале, мы приглашаем вас подписаться и оставаться с нами еще долго. С нами интересно, весело. И сегодня мы с вами распакуем новиночку. Это куколки Low Surprise, которую мы с вами делаем прическу. Куколки определяются по комплекту и цветовой гамме шариков, их видно. И нам попалась кляксочка опять, уже мы делали кляксочку. И повезло, и приехала к нам Китти. Поэтому начнем мы с вами с Китти. Этой мы еще красоточки не делали с вами. Поэтому домашек. Да. Кляксочка в стороночку, а мы беремся за Китти. Так, открываем нашу красоту. Маша, я думаю, что она красивая у нас будет, да, куколка? Да. Тоже, наша куколка будет прям очаровашечка. Вообще серия хорошая, нам нравятся все девочки. Одну я не очень хочу, но у нас есть и не самый лучший вариант. Ну, а так, в принципе, серия классная, очень хорошо все видно. Можно взять желанную куколку. Значит, так, вот такая получается красивая крыша. Там видно звездочки, всякие какие-то облачка. Такие кристаллики, сами кошечки, есть окошко, окошко написано Лол, оно открывается, и мы имеем возможность отдоставать бусинки. Хорошо, что оно все не выпадает, берем столько, сколько нам надо, и окошечко закрываем. Также мы можем это шарики и пробить. Так, открываем все наше добро, высыпаем куколку, шмуколку. Так, наклеечка самой Китти. Такая красота у нас. Покажу вам всю серию. Вот будет у нас рассказ, как мы все это делаем. Как мы делаем прическу. Вот такая. Очень хочу я вот эту красоточку. Она такая классная. Как-то я не сразу усекла, что она такая красивая. И самое мое нежеланное это вот это. На роликах девочка. Это моя самая нежеланная куколка. И мы ее не особо ждем. Так, все куколки хорошенькие, остальные просто все прелестные. Так, что там, кстати, ультраредкая. Кто же у нас, Машек, ультраредкий? Не знаю. Ну, у нас такая прям красивая, очень яркая девочка. Редкая куколка. Так, все остальные практически там популярные, шмопулярные. А редкая, да, еще и рыжулька редкая. Ну, пока они могут быть редкие, если они все известны, не пойму. Ладно. Итак, что у нас входит в комплект? Это такой коврик, на котором мы делаем всю эту красоту, создаем прическу, мы его раскладываем, ну и потом с вами это все провернем. Так, потом у нас бутылочка. Бутылочку мы набираем водички и будем брызгать на бусинки. Так, давайте посмотрим, что у нас есть. У нас есть костюмчик, юбочка и топичек. Очень симпатичный. Так, Машек, что у нас там дальше есть? Ага, это такие щипчики, брать бусинки. Но особо это неудобно, потому что они выскальзывают. Хотя мне было удобнее руками брать. Сапожки для нашей кошечки. Так, сапожки, что у нас еще тут мышек такой маленькая. Маленькая. Ага, это у меня такая маленькая. А мяу написано, да, по-моему, мышек мяу. Да, мяу написано. Мяу. Да. Так,
Что у нас? Какие у нас тут ушки? Ушки такие розовенькие. Так. У нас суточки. А, это же что было? Что у нас суточки? Вот суточки, вот это у нас такие. Сердечки. Да, такие два сердечка будем делать. Кстати, прическу лучше делать не на куколке. Все-таки прическу лучше делать отдельно, потому что оно в клею, и бусинки в клею, и могут пачкать личико. Поэтому потом лучше ставить хвостики эти сердечки. Так, и сама па-па-па-па-па! Ну, вау! Смотри, Машулечка, какая она симпатичная. Такие прям у нее дульки. Маш, как у тебя прям сегодня прическа. Маш, тоже смотри, две дульки. Вот такая красоточка у нас. Очень симпатичная. У меня такие красивые глазки фиолетовые, да? Тени, точнее, фиолетовые. Глазки карие, плавочки. Прелесть. Ну, могли бы, конечно, Арию и Тупик сразу рисовать. Давай мы ее с тобой, Машик, оденем. Ой, трусили амбры. Надо, наверное, сначала юбочку одеть. Такой на поясе. Дик-дик-дик-дик-дик. Такая плотная. Кстати, голова тоже такая плотная у нее. Одевай. И трусили амбры. Так, так, так. Очень плотненько идет. Ну ладно, сейчас. Мы постараемся, уж очень постараемся. Так, одели. И остался Тупик. Тупичек. Так, 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 так. Юбочка, давай сюда. Ну, красота. Так, одеваемся. Все. Молодец, готово. Сапушки. И дама наша в полном к своем прекрасном облике. Вот такая красоточка у нас получается. Ушки на макушке. Ну и так хорошо, да, Маш? Да. И ее мяу. Мяу одеваем. Она, видно, очень сильно котов любит. Да, она сама кошечка. Такая мяу-мяу. Так. Берем, идем с тобой в воду и приступаем к работе. К работе, да. Так, я заготовила мисочку, бусинки, хвостики. Значит, хвостик мы опускаем в воду, он у нас должен быть мокренький. И потом мы с вами на этот хвостик начинаем клеить бусинки. Хорошо, чтобы не было много воды. Потому что они тогда совсем бусинки лучше сразу да не мочить, тогда оно будет лучше получаться. Главное, чтобы оно все цеплялось. Бусинки немножко тоже в клею, поэтому они еще и к рукам лучше липнут, чем к самой кошечке. Вот, но мы с вами сейчас постараемся это все прилепить. Так, много лучше не лепить сразу, потому что тогда куколка просто не сможет стоять. Надо по чуть-чуть, ну тогда ей будет легче стояться. Так, звездочка. Так, она с вами будет composition. Так, так, так. Давайте возьмем, тут у нас будет такая-то тучка или что, облачко такое. Так, давай цепляйся. Да, и лучше это все делать с одной стороны, на вторую сторону не цеплять, потому что тоже будет тяжело. Так, немножко водички. Сюда. Так. Вторую коську. Две, может, зафиксировалась она. Лучше легла. Так, а что у нас не хватает? У нас не хватает тут еще. Сейчас, 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 да, да, возьмем. У нас еще.
еще тут были. Так, полежи, облачко. Сейчас мы с вами возьмем еще вот таких. Чего мне для полного счастья не хватает? Да мне вот чего не хватает. Так, ой, сори, что-то я тут прям шкоду делаю и делаю. Так, давай цепляйся. И еще один. И будет красота. Так, и с этой стороны. Давай, вылезай. Конечно, это все кропотливый труд. Ну, в принципе, очень получается симпатично. Так, ниточка. Так, вот такая у нас с вами получилась красота. Так, делаем второй хвостик. И потом можно, когда он высохнет, прицепить нашей кошечке. Так, пока наши кики будут сохнуть, быстренько открываем с вами нашу кляксочку. И, собственно, проделываем с ней все те же манипуляции. То есть, прической кисти будем валять что-то теперь новенькое. Так, открываем. Ну вот, бусинки очень яркие. Кляксочка у нас еще очень яркая, красивая девочка. Так, все тот же наборчик, коврик. Щипчики, куфельки. Так. Это мы выбрасываем. Вот наша красоточка такая, она клевая. С вами мы ее уже делали. Так, куколок я вам уже не показываю. Я их уже вам показала. Начнем с обуви. Ярко-розовенький кедики, беленький носочек и желтенький шнурочек. Она такая прям, я ее очень хотела. В первых рядах получить, собственно, так и получилось. Очень яркое, красивое платьице. Бантичек. Ну, такой даже не бантичек, тут получился такой узелочек. Симпатичненький. Так, тут у нас две волосы. Так, ну, я не знаю, мы в тот раз сделали такую, не знаю, как это... восьмерочку, кренделечек, ну и хвост. Ну, наверное, давайте все-таки сделаем. Оно с этим стоит очень хорошо. Ну, может, и этот сразу сделаем. Посмотрим. Такие два у них варианта прически. Так, ну вот здесь все. Да, маска, я ничего не пропустила. Ну и водичка. И сама наша прелестная. Вот такой яркий человек у нас тут в таких лосинах. Такая вот она симпатяка, ну прям прелесть, личика, ой, очень она хорошенькая, прям чудо чудесное. У нее цельная пуговица, никаких там плавочек, шмалочек, ничего нету, очень классная. Тоже так она натягивается, оп, жестенько. Ну ничего, натянем сейчас. Ой, ну что, наша красота готова. Готова к перевоплощению. Такая у нее дулька. Так, делаем мы для нее два варианта. И сделаем этот и хвостик. Так, водичку и стелим наш холст для творения. Так, водичку мы приготовили. Холст, что мне очень нравится, здесь на краешках такие как утяжелители, чтобы целлофанчик лежал и никуда не сползал. Приготовили мы бусинки, наша красотусенька, бусинки и красотусенька. Так, мочим наш хвост и будем с вами ваять это чудо-красоту. Так, ловки. Всех разные, конечно, вкус. Думаю, что детям это очень понравилось. Идея, мне эта идея понравилась больше, чем идея с песком. Поэтому, если честно, мне это просто вдохновило. Нет, здесь у нас уже был, нет, тут у нас тоже. Так. Делаем красоту.
липнет к рукам, конечно, но ничего. Для этого, конечно, пенон неудобен. Неудобно мне его брать. Так, ложись и лепись. Так, сейчас мы это все сделаем, и я вам покажу результат нашего творения. Наша работа. Получилась такая у нас восьмерочка. И вот такой классный хвост. Как будто оно прям из ягод сделано. И прям фруктики какие-то. Очень симпатичная идея. Нам понравилась, да, Машек? Да. Делать, творить прически. Это больше нам понравилось, чем из песка делать. Как-то очень прикольненько. Идейка классная. Ну, вот красотки наши лежат, ждут, когда их прически высохнут. И мы их вам покажем. Не прошло и ночи, и наши девочки стоят теперь со своими новыми прическами. Долго в этот раз у нас сохло все наше произведение. Как-то в предыдущем видео мы сразу наклеили, буквально чуть прошло времени, и мы одели вот наши кляксочки прическу. Но в этот раз что-то очень долго, и даже сейчас вот у Кити отвалился шарик. Но ничего, мы его обратно потом приклеим. Но получилось, по-моему, очень классно. Все равно идея нам очень нравится. Значительно интереснее играться с этими бусинками. Сама подача очень интересная. Бусинки на месте всегда лежат. Достал одну. В общем, очень все очень продумано, прикольно. И думаю, еще мы будем покупать эти бусинки. Тем более, я очень хочу найти все-таки рыжульку. У нас пока этих шариков не продают, поэтому мы будем заказывать с Амазона. Точнее, уже заказали и очень-очень ждем. Вот такая у нас с вами красота получилась. Маша, какая тебе больше понравилась девочке? Кити. У нее прикольнее получилась прическа? Да. У нее такие кошечки, да, виноградинки. Ну, потому что, наверное, мы клякс уже с тобой делали, да, поэтому да. Было интересно поработать немножко с Кити. Прикольные прически. В общем, вторая прическа нашей кляксочки. В общем, вот такая у нас с вами получилась работа. Все, заканчиваем наш обзорчик. Приглашаем вас подписаться, приглашаем вас посещать наш инстаграм. Добавляйтесь в друзья, мы открыты к общению с Машиком, да? Да. И все, прощаемся, до новых встреч, совсем-совсем скоро. Всем пока! Пока-пока! Пока!